Здравствуйте. Вам нравится? Вот и мне понравилось. А дело было так. Когда-то я строил офис небольшой авиационной частной компании в Шереметьево. Мне понадобилось услать некую поверхность бумагой. Я попросил у хозяев офиса что-нибудь, и они мне дали пачку журналов «Русский миллионер». Этот журнал был посвящен проблеме, как потратить большие деньги, если они у тебя есть. Эта страничка там была как иллюстрация того, что достаточно выгодный бизнес вкладывать деньги в русские иконы. Это репродукция палехской иконы 19 века. В то время у меня дома гостила жена моего друга с сыном, и я взял один журнал показать Наталье, каким образом люди рекламируют прожигание жизни. Ну и, естественно, выбросить потом его. Она полистала журнал, попросила у меня лезвие, аккуратно вырезала вот этот листик, там на обратной стороне до сих пор какие-то благоглупости, и дала мне остаток журнала на выброс. Дело было в пятницу. А вот дальше, хотите верьте, хотите нет. В выходные мои гости уехали. В понедельник мне нужно ехать на работу, достраивать мой офис. Дело подходило к концу. Любая стройка в конце — это тарарам, поставщики, подрядчики, бестолковщина и огромная занятость начальника стройки. Телефон обрывался с самого утра, но я проснулся с мыслью, что этот листочек должен быть вставлен в рамку. Я поехал в знакомую багетную мастерскую, там мне сказали, что они будут неделю работать над этой проблемой. Неделя меня никак не устраивала. Я поехал искать готовую рамку, и пока я ее не вставил в рамку, я не успокоился и на работу не поехал. Телефон обрывался все время, пока я искал рамку и вставлял. Какая сила меня толкала, я не знаю, но она была столь настоятельна, что никаких возможностей не подчиниться ей не было. Хотите верьте, хотите нет. Мне будет интересно, что вы думаете на эту тему.